И потом они поднимаются наверх, па-бам, и мы уже
вокруг себя. Соединим еще раз всю эту часть. Начиная с прыжка, где и раз, и два, и три, и четыре, и. На четыре и мы себя совсем немножко подтянули. И дальше следующее движение у нас идет уже под слова. Абсолютно все движения. Мы с вами на после гадя делаем вот что. Мы с вами делаем шаг назад, левый, переступ, ставим лево и выбиваем его. И то же самое еще раз. Лево, правое, лево, выбили. Вместе действуют руки. Левая обычно справа идет на базу. И траектория такая. Мы с вами сначала ее поднимаем вверх. Кто-то просто поднимает через низ, кто-то через небольшой круг. Дальше пойдет за голову и опускается вниз. Под эту же после гажа. И мы с вами, когда закончим 4 и мы делаем о-со-га-да, о-со-га-да. Угу. И дальше с этого движения мы уходим на следующее. Снова делаем шаг назад, меняем ногу. Далее уходим в другую диагональ, делаем шаг назад. Подставляем ногу. И далее сводим ноги вместе. Опять же, у парней абсолютно по-разному, у них дальше идет раскрытие пятки в стороны. Кто-то делает это три раза, кто-то делает это два, кто-то вообще не успевает делать из-за того, что очень быстрый пятки. Но смотрится это в итоге так, потому что мы сводим свои колени, затем мы раскрываем, снова сводим, снова раскрываем, и потом снова сводим их вместе. Разное количество раз. Итак, мы закончили на осугаджа и делаем кри. Ши-джа-гы-ро. То есть на ши-джа мы раскрываемся, на гы-ро мы собираемся с вами. Вместе с этим работает корпус. То есть мы кичи-кидайны пропускаем. И ши-джа-гы-ро мы с вами опускаем корпус вниз. Голова тоже чуть-чуть опускается. И потом вместе с этим поднимаемся. То есть клавам появляется клавам. И на этом заканчиваем. Давайте попробуем соединить все вместе. И у нас с вами будет 8. Раз, и, два, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, осугаджа, осугаджа, кичи-кида, кичи-джа, гифро. А теперь соединим все под 80%.